Из ржавого корпуса судна «Аметист» морской поисково-спасательной службы, которая стоит у причала в поселке Александровка, что по Черноморском, продолжает вытекать в море горючее. Глава Государственной экологической службы Украины Андрей Мальованный сообщил, что последние проверки состояния моря вокруг судна показали превышение концентрации нефтепродуктов в воде почти в 3,5 раза. Для остановки этого процесса госэкоинспекция требует у администрации морских портов Украины установить вокруг аметиста боны, чтобы оградить распространение пленки горючего по воде, засыпать воду у судна сорбентом, обеспечить надлежащие условия для хранения нефтепродуктов и провести ведомственное расследование произошедшей аварии.